О росте напряженности в Одессе заявила сегодня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, в город стягиваются участники так называемых добровольческих подразделений, а также запрещенного правого сектора. 2 мая будет 2 года со дня трагедии в Доме профсоюзов, когда в результате уличных беспорядков и крупного пожара погибли, по данным официального Киева, 48 человек. Расследование так и не завершено. Это поставил в вину украинским властям даже Госдепартамент США 2 недели назад. На таком фоне одесский губернатор Михаил Саакашвили заявил, будто по его просьбе Петр Порошенко пришлет в город дополнительные силы Нацгвардии. У украинского президента это оставили без комментариев. САДО в МВД ответили, что Саакашвили пытается подменить собой главнокомандующего и что подкрепления не будет. В городе и так хватает силовиков, и они готовы стрелять на поражение.